Все будут понемножку, я думаю, подключаться. Если будут какие-то вопросы, пишите их в чат, с удовольствием на них отвечу. Сегодня мы представляем прекрасный продукт, замечательный отель Raffles Bali. Хотела бы представиться, меня зовут Виктория, я представляю Raffles Bali здесь, в России, в СНГ, в компании Moments. Поэтому здесь по всем вопросам нахожусь в России и готова буду ответить, помочь по каким-либо вопросам. Если что-то возникают, какие-то моменты, тоже здесь всегда на связи. Так, кто-то пишет, что меня не слышно. Так, сейчас еще раз проверю. Слышно и видно. Да, конечно, контакты свои с удовольствием оставлю в самом конце презентации. Вот, так что, если что, обязательно пишите. С удовольствием всегда отвечу на все вопросы. Raffles Bali такой достаточно новый продукт относительно, поэтому, может быть, не все про него еще хорошо знают, не все там были лично. Вот, поэтому с удовольствием, если какие-то вопросы, нюансы, всегда помогу. Так, ну вроде бы всем все слышно и видно, тогда давайте начинать. Raffles Bali, как вы видите уже на экране, конечно, это такой оазис, можно сказать, на Бали, да, это прекрасное место для тех, кто хочет уединиться, для тех, кто хочет насладиться природой, словить какой-то дзен, быть наедине, именно получить какое-то вот именно воскрешение, воссоединение с природой, отдохнуть от городской суеты. И, конечно, наш отель, он идеально для этого подходит. Мы находимся в части Джимбарана. Это одно из самых таких популярных мест на Бали, где сосредоточены все роскошные пятизвездочные отели. Отель у нас совсем новый, ну, относительно, да, новый по меркам отели на Бали. Мы открылись после пандемии, то есть нам буквально где-то 4 года, то есть это совсем новый, свежий отель. Конечно, очень хороший бонус, да, для тех туристов, которые едут, хотят увидеть именно свежий продукт, в новых отелях отдохнуть. Поэтому наш отель, конечно, стоит предлагать, конечно, тем туристам, которые хотят именно новые отели, свежие. Наша территория утопает в зелени, как вы видите. Мы находимся на побережье, но в то же время нас окружают холмы, зеленые леса, деревья, парки. Вот, сейчас я вам покажу фотографии, конечно, сами все это увидите. Очень красивая, прекрасная территория. Как вот тоже на этом слайде можете увидеть. Очень просторная наша территория. Наш отель расположен в Джимбаране, как я уже сказала. Мы самый ближайший, один из самых ближайших отелей, к аэропорту. Это буквально 20-30 минут езды на машине, учитывая пробки. Да, на Бали, конечно, это тоже одно из главных наших преимуществ. Но не переживайте, самолеты взлетают немножко в другой стороне, так что туристам ничто не будет мешать наслаждаться природой, единением с собой. Вот, так что здесь у нас вот в этом плане все очень удобно. И тоже если какие-то комплексные туры предлагать туристам, очень удобно наш отель ставить либо в начало тура, либо в конец тура, чтобы удобнее было добираться. По территории тоже скажу пару слов. Наша территория, как я уже говорила, достаточно большая, 23 гектара, но при этом у нас всего 32 виллы, поэтому у нас очень просторные виллы, очень большие, самые просторные виллы на Бали, от 375 квадратных метров, самая маленькая вилла, и самая большая вилла 900 квадратных метров, то есть это очень-очень просторные виллы. А в основном это односпальные виллы, также у нас есть три двухспальные виллы, то есть здесь мы можем разместить как и небольшие, так и большие компании. Многие виллы соединяются друг с другом, то есть если ездят большие семьи или компании, тоже есть возможность вот быть рядышком друг с другом. По территории тоже расскажу пару слов, сейчас я включу указку, чтобы было удобно. У нас такая немножко вытянутая территория, и вся территория, она имеет такой каскадный рельеф.
То есть здесь у нас самая высокая точка, да, где как раз у нас лобби, наш знаменитый уже ресторан Румари, Writer's Bar, конечно, как во всех Raffles. И спускаясь ниже, мы спускаемся, да, то есть это идет каскадный такой спуск, да, получается. И здесь у нас находится как раз наш пляж собственный, уединенный. Здесь же еще один наш ресторан, Lulon Bar и Grill, и бассейн. Вот. И хочу обратить внимание, что за счет такой каскадного рельефа у каждой виллы есть свой собственный вид на океан. То есть здесь как раз за счет этого рельефа виллы не перекрывают друг друга. Прекрасно видно море. И слева у нас холмы очень красивые, вообще территория очень красивая. В садах, в зелени у нас большое внимание этому уделяются. Садовники ухаживают за растениями, за цветами, за кустарниками. Очень красиво. Тут, видите, у нас еще и речка протекает, тоже очень красивая. Вот, так что, да, территория очень большая. По всей территории, конечно, ходят багги, и дворецкие с удовольствием помогут все организовать, но зачастую туристы даже предпочитают ходить пешком, настолько очень красивая территория, до пляжа или просто прогуляться. Вот. По виллам тоже пару слов скажу, пока у нас карта на экране. Здесь у нас вот расположены первая категория, это Ocean Pool Villa, да, это они наиболее, скажем, отдалены от океана, но все равно, конечно, у каждой виллы есть свой вид на океан. Здесь у нас чуть ближе уже находится Panoramic Pool Villa, это как вторая категория, они уже чуть ближе к океану. И здесь по левой стороне, это третья категория односпальных вилл, это Hilltop Pool Villa, они, каждая из этих вилл находится на таком небольшом холмике, и, конечно, тут открывается потрясающий вид как на океан, так и слева на холмы, на горы. И за счет вот такого расположения у данных вилл более, скажем, уединенное расположение, практически с других вилл ничего не видно, что происходит на виллах. То есть более уединенная такая частная территория получается у этих вилл. Ну и, конечно, три двухспальные виллы, это две Oceanfront Bedroom, они прям вот напротив океана. И самая наша высокая категория – это президентская вилла. Тоже чуть позже вам расскажу чуть подробнее о данных виллах. Тоже пару слов про пляж хочется сказать. Как я уже говорила, у нас свой собственный уединенный пляж. То есть, как вы видите, с других мест никак не могут попасть. У нас слева холмы, справа тоже там скалы. То есть это только гости отеля могут здесь вот наслаждаться закатами, прогуливаться. Сразу предвосхищаю вопрос о том, можно ли здесь купаться. В целом купаться можно, но есть, конечно, нюансы. Есть приливы-отливы. Необходимо смотреть специальное расписание, в котором как раз они указаны. На самом пляже, как вы видите, лежаков и зонтиков нет, поскольку во время прилива практически весь пляж затапливается, вот, но по запросам гостей, конечно, лежаки, зонтики, все это выносится, вот, то есть с этим тоже проблем нет. Есть небольшие проблемы со входом, да, то есть есть там небольшие камни, вот, но там уже, скажем, опытные гости знают, где есть вход, где можно без проблем зайти и поплавать. Вот, так что в целом у нас плавательный пляж, но, скажем, с нюансами, да, то есть нужно вот учесть такие моменты, как приливы-отливы, и вот учитывая камни, да, тоже там многие в специальной обуви входят, вот, или же узнать какие-то там вот специальные дорожки, по которым можно пройти и поплавать. Вот, как я уже говорила, с каждой виллы у нас такой прекрасный вид на океан, очень просторные террасы. Также хочу отметить, что в каждой вилле у нас есть свой собственный бассейн, абсолютно у каждой виллы. Вот. Ну и, конечно, у каждой виллы у нас есть свой собственный дворецкий, который тоже поможет организовать любые активности. И, как вы видите, упоминала уже о том, какие у нас красивые сады. Вот, собственно, вы можете увидеть, что многие вот любят, предпочитают ходить даже пешком, не пользоваться багами, потому что действительно очень красивая территория, прогуливаться, очень много тенька, то есть здесь тоже с этим проблем нет, в жару не будет прям совсем жарко.
Батлеры прикреплены отдельно к каждой вилле. Обязательно каждый перед приездом гостей узнаются предпочтения гостей, какие-то аллергии, предпочтения по еде, еще что-то. И в течение всего пребывания гостей батлеры могут организовать и какие-то экскурсии, активности внутри отеля, трансферы. Также внутри вилл можно организовать и обеды, ужины, барбекю, любые спа тоже можно заказать прямо у себя в вилле. То есть это все, конечно, поможет сделать батлер. Есть специальные приложения и по WhatsApp, то есть как удобно гостям, можно общаться с батлером. Конечно, дворецкие помогут еще организовать и, как я уже говорила, разные активности внутри нашего отеля. Это начиная от каких-то ритуальных, которые достаточно известны, да, во всем Бали. Это балийские ритуальные церемонии, культурные, оздоровительные, какие-то личные активности. Также у нас бесплатно для гостей проводятся такие вот экскурсии ботанические, да, то есть поскольку территория очень красивая, у нас очень много экзотических цветов, растений, и вот специальный человек, который знает об этом все, водит экскурсии, рассказывает, показывает очень красиво и интересно, очень популярно среди наших гостей. Ну и теперь поподробнее расскажу о виллах, да, как я говорила, в основном это все односпальные виллы, три двухспальные виллы. Большое количество сервисов, большое количество, то, что обычно бывает в пятизвездочных люксовых отелях. Конечно, все это присутствует в наших виллах. Это и интернет, и, конечно же, кофемашины, и коврики для йоги, высококачественные пляжные принадлежности, гардеробные собственные для него и для нее. То есть все, и бесплатный мини-бар, то есть все, что необходимо для отдыха, конечно, у нас имеется в каждой вилле. Очень просторные ванные комнаты, и вот из ванной также открывается вид на океан. А односпальные виллы, вот так выглядит наш дизайн, очень тоже просторные, просторные ванны и сама комната. И вот, как я уже говорила, тут маленький небольшой бассейн в каждой вилле, тоже небольшой садик такой у каждой виллы есть. И, конечно же, есть своя собственная такая кабана, да, терраса, где гости могут наслаждаться природой, закатом, воздухом. Так, вижу вопрос. Дворецкий прикреплен к каждой вилле. Да, у каждой виллы есть свой собственный персональный дворецкий. У нас не так много вилл, вот, поэтому есть такая возможность. Первая категория – это Ocean Pool Villa, 470 квадратных метров, очень просторная, это площадь, которая уже включает террасу, и частный бассейн площадью 35 квадратных метров. Следующая категория – Panoramic Pool Villa, они чуть ближе находятся к океану, вот, так что можете увидеть уже чуть больше моря. И здесь точно так же 470 квадратных метров, 35 квадратных метров бассейн. То есть в целом они, односпальные виллы, очень похожи по площади и по дизайну тоже. И вот те самые виллы, которые находятся на холмах, с более панорамным видом и на океан, и на холмы. Плюс также здесь у нас более уединенная частная территория. То есть с других вилл не видно абсолютно, что происходит. За счет зелени, за счет вот этой вот холмистости. Вот поэтому это вот третья, более высокая категория. Ну и двух-, трех-, четырехспальные виллы. Да, сейчас чуть подробнее расскажу, почему четырехспальные виллы. Это вот как выглядит наша двухспальная Ocean Front, которая прямо напротив их две, как вы помните, я вам показывала. Это вот общая гостиная зона, обеденная зона. И по краям от гостиных находятся две спальни. Вот, собственно, эти две двухспальные виллы. 46 квадратных метров, 900 квадратных метров общая площадь всей террасы. Конечно, все те принадлежности, которые были и в односпальных виллах, здесь тоже присутствуют.
И тоже такой важный нюанс хотела бы отметить, что эти две двухспальные виллы, они могут объединяться, между ними находится такая калитка, которая открывается, то есть если едут большие семьи, большие компании, это вообще без проблем, то есть все это может в трехспальные, в четырехспальные виллы, вот, собственно, объединяется, и там до 8 человек, ну, до 10, получается, могут такие компании здесь проживать. Тоже достаточно часто у нас спрашивают, вот поэтому имейте в виду, что у нас вот в отеле такое имеется. Плюс при бронировании таких двухспальных вилл тоже там определенные бонусы тоже со стороны отеля предоставляются. Ну и самая последняя категория – это президентская вилла. Конечно, здесь прекрасный вид и на холмы тоже, и на океан. Он на такой возвышенности находится, как вы видите. Плюс помимо основных сервисов, да, которые имеются, как у других вилл, у президентской виллы, как вы видите, есть еще такие одноразовые, а где-то неодноразовые услуги, которые уже входят в стоимость проживания. Это какие-то занятия спортом, и спа-процедуры, и пикник. Вот даже есть и курортный кредит в магазине. То есть здесь прям огромное количество трансфер и лимузин, огромное количество сервисов, которые получают гости, которые проживают в президентской вилле. Отдельно хочется отметить именно нашу программу СПА, так называемая программа благополучия или well-being, да, программ, если по-английски говорить, то здесь у нас основная отличительная особенность именно целостный подход к программам, то есть это с утра до вечера в течение нескольких дней ведется такой курс определенный, да, то есть это включается сюда и йоги, и медитации, и различные массажи. Также по утрам ведется дневник, то есть гости там записывают какие-то свои мысли в течение там нескольких листов, то есть это тоже вот полное такое идет отключение от суеты, восстановление как ментальное, так душевное, так и, конечно же, физическое. Это воздействие на 5 органов чувств, то есть это визуальное, конечно же, через дизайн, да, через вот эту природу, это через вкусовые ощущения, это специальное меню также разрабатывается, это лечение запахом, лечение звуком, ну и, конечно, тактильное ощущение, то есть это целый комплекс, который вот предлагает наш отель. Вот, поэтому хочу отметить, что спа у нас особое место занимает на острове, одно из самых лучших, наверное, спа. Вот, так что, опять же, если туристы будут спрашивать, какой отель вы рекомендуете в плане вот оздоровления, восстановления, спа программ, конечно, смело рекомендуйте Raffles Bali. Здесь у нас высококачественные профессиональные мастера, все балийцы, конечно, с сертификатами. Есть отдельные по ритуальным услугам, по церемониальным услугам, по каким-то массажам, есть отдельные по тай-чи, да, то есть у нас у каждого мастера есть какая-то своя направленность, очень у нас в этом плане большое внимание этому уделяется. Вот у нас есть специальные благословения души, открытие чакр через омовение, через огонь. Вот, так что все церемонии, они, конечно же, у нас очень, скажем, широко распространены. Это наше лобби. Ну и теперь переходим к уже гастрономической части. Это, естественно, знаменитый Writer's Bar, который во всех Raffles присутствует, где был когда-то придуман знаменитый коктейль Сингапур Слинг, потому что первый Raffles был как раз в Сингапуре открыт. Здесь есть версия этого коктейля, который называется Бали Слинг, с таким индонезийским оттенком. Тоже очень популярное место у нас в отеле. С таким красивым видом. Он находится как раз, где находится лобби, то есть это самая высокая точка нашего отеля, откуда открываются прекрасные виды. И здесь же рядом с
Рядом с баром у нас находится такая библиотека, где проводятся чайные церемонии, которые вдохновлены были церемонией чаепития членов королевской семьи, подается на специальном подносе. Дуланг называется. Очень большой ассортимент закусок, как сладких, так и не сладких. Вот, ну и большой выбор чая, конечно. Наш самый главный ресторан Румари, он у нас работает на завтраках и на ужинах. Завтраки тоже это отдельная часть нашего отеля. Все в полном восторге, кто приезжает, рассказывает о необыкновенных завтраках, очень обширных, очень вкусных, тоже с прекрасным видом на холмы, как вы видите. Этот ресторан тоже находится на самой высокой точке. И, как я уже говорила, он также работает на ужин, причем открыт также для гостей, которые не проживают. И уже он достаточно известен на Бали, и многие из других отелей приезжают именно вот, чтобы насладиться высокой кухней. У нас очень знаменитый шеф-повар французский работает, который уже более 15 лет проживает на Бали. 80% у нас ингредиентов с местного архипелага. Вот, так что мы тоже этим очень гордимся, что вот у нас такая местная аутентичная кухня. Здесь у нас как и местная, так и, конечно же, международная кухня представлена. Также есть у нас второй ресторан, я тоже его показывала на карте. Он находится уже внизу у океана. Это как раз вот в том месте, где река впадает в океан. И вот согласно культурным балийским верованиям, это вот место, где содержится положительная энергия для тела и души. Она очищает, заряжает энергией. Вот так она переводится лолон с балийского устья реки. Вот в этом месте находится у нас такой ресторан. Он у нас работает на обедах и на ужинах только для гостей отеля. И, как уже по названию видно, больше, конечно, сосредоточен на гриле, да, то есть это в основном морепродукты, которые прям вот свежие-свежие из местной рыбацкой деревушки, чимпараны, все это прям утром привозится, и гостям уже подаются прям свежайшие и рыбы, морепродукты. Вот, конечно же, есть и интернациональная кухня, и местная балийская. Также там находится у нас бар, тоже вот прямо видите вдалеке, там это бассейн рядышком с баром. И на ужин тоже можно вот встретить закат в таком красивом месте, рядом с океаном. Также хочу отметить, что вечером здесь играет живая музыка. Вот, так что не только закатом можно насладиться, но и, конечно, прекрасные мелодии. Также этот ресторан у нас предлагает бранчи по воскресеньям. Тоже, как вы видите, большой выбор. Каждый выберет то, что ему нравится. Есть для отдельного человека, есть прям целых для пар. Вот, так что огромный ассортимент, вплоть там до черной икры. Вот, здесь могут гости насладиться воскресным бранчем. Отдельно хочется отметить, у нас есть такая так называемая секретная пещерка во время строительства отеля. Вот она была обнаружена, то есть она абсолютно настоящая, а не искусственная. Вот решили ее оставить, и по вечерам здесь проводятся вот такие романтические ужины, тоже с прекрасной музыкой, везде свечи горят, комплексное меню предлагается, и подробно каждый секретный рецепт во время подачи официантам рассказывается. То есть это такое целое кулинарное путешествие получается. Для более больших компаний у нас тоже есть специальная такая терраса, так называемая farm terrace, где до 8 человек мы тоже можем накрыть стол, делать какие-то кулинарные мастер-классы, дегустации. Вот так что здесь тоже вот в лесах, в зелени можно насладиться нашими изысками. Также для молодоженов у нас есть такая вот терраса, она прям находится на таком небольшом, на небольшой скале, с практически 360 градусов вид на океан. Здесь тоже у нас вот для молодоженов, для просто пар, да, которые хотят побыть наедине друг с другом, предлагается вот такой у нас романтический ужин.
Поэтому, конечно, здесь очень популярно и проведение свадебных церемоний. Есть у нас площадки для каких-то больших мероприятий. Вот так что вот вы видите, бассейн так вот закрывается, и прямо на нем можно провести какое-то, не знаю, галу мероприятие, гала-ужин, дискотеку, свадебную церемонию. То есть здесь прям все, что душе угодно, можно провести. И есть у нас небольшая переговорка. Здесь можно как и деловые встречи проводить, также если какие-то частные ужины до 12 человек. Уже вся техника, аудио, видео, здесь уже все имеется. Для двоих у нас есть отдельный такой процедурный кабинет. Он находится тоже у нас прямо напротив холмов и с видом в то же время на океан. Можно для двоих провести разные процедуры, массажи и церемонии, очищение, открытие чакр тоже здесь и, конечно же, лечение через запах, через звуки тоже вот здесь можно провести. СПА у нас работает с 9 до 9, используется люксовая косметика, это австралийская Subtle Energies и балийская Spa Factory Bali, то есть это премиальная косметика. Вот у нас в СПА, у нас два кабинета всего, вот, но очень популярно, конечно, как я говорила, СПА у нас одно из самых лучших на Бали. Не могу не отметить наш Infinity бассейн, такие красивые фотографии можно делать, переходит плавно вид на океан. Очень просторные кабаны, терраса, где можно прям сюда коктейль заказать или, например, обед из Лолоан бара, так что все это рядом находится и очень удобно, очень просторно и прямо тоже напротив океана насладиться. Также у нас на территории отеля есть, конечно же, и теннисные корты. Сейчас у нас также очень популярно пиклбол, мы также его активно продвигаем. Есть у нас специальная терраса для медитации, есть специальные тропы для тех, кто любит бегать или просто прогуливаться по такой красивой территории, круглосуточный фитнес-центр. Вот, так что здесь в плане спорта тоже у нас все имеется. Есть своя вертолетная площадка. Как я уже отметила, пиклбол у нас предлагается всем гостям. Так что активности у нас, кстати говоря, есть активности и как для взрослых, так и для детей. Вот, так что не думайте, что здесь только вот для молодоженов, для пар. Конечно, и для детей у нас тоже очень много активностей. Они рисуют, какие-то мастер-классы кулинарные для них устраивают. Это вот бесплатно для детей. Вот, так что им тоже будет чем заняться здесь. Плюс у нас также в виллы ставят дополнительные кровати для детей. Так что в этом плане тоже у нас это имеется для детей. Несмотря на то, что отель у нас не так давно открылся, очень большое количество наград мы уже выиграли. Вот в этом году мы выиграли TripAdvisor как число 10% лучших предложений по всему миру. Также мы выиграли Green Globe сертификат, да, получили за вот нашу экологическую инициативу, за сохранение окружающей среды. Тоже очень следим за этим. Также мы заняли третье место среди лучших курортов Индонезии. Получили тоже вот Travel Leisure Luxury Awards в прошлом году за наши спа-услуги. Также лучшие виллы отеля класса люкс мы получили World Travel Award в 2022-2023 году. Также наш вот Sanctuary, это тот самый кабинет для спа, был признан лучшим спа-салоном в 2023 году. Тоже мы этим очень гордимся. Также мы получили награду Forbes Travel в 2021 году. И наши кулинарные, конечно, изыски не остаются тоже неотмеченными. В 2023 году мы получили лучший ресторан Индонезии. Также наш отель Румер является амбассадором шампанского Крю с 22 года, вот как раз наш шеф-повар француз, о котором я говорила. Также за подборку вин мы получили уже два раза Wine Spectator награды.
Румари получил у нас в 2023 году лучший ресторан Индонезии, один из 25 лучших ресторанов Индонезии. Вот. Так что такой у нас прекрасный оазис находится на острове Бали. Прежде чем перейду я к видео, тоже бы хотела добавить, что у нас сейчас есть спецпредложение от партнеров, да, через партнеров, если вы будете бронировать. У нас получается сейчас, секундочку. Так, от 2 ночей минимальный стей у нас предлагается 60-минутный спа для 2 персон. Если от 3 ночей, то спа и плюс еще ужин. И от 4 ночей мы предлагаем 90 минут спа и ужин в Лолоан Бич Баре для 2. Данное предложение у нас действует до 31 октября для бронирования и проживания до 21 декабря. Вот, так что имейте в виду, что сейчас у нас вот такая прекрасная акция идет, и еще есть возможность вот целый месяц успеть забронировать и получить вот такие бонусы прекрасные. Так, сейчас я тогда перейду к видео, которое прям вот вас вот в это уединение с природой полностью погрузит. И уже после видео я буду рада ответить на все вопросы. Where luxury embraces the extraordinary, and each moment is a chapter in a tale of indulgence. Situated amidst the vibrant beauty of southern Bali, Raffles Bali invites you to a haven of tranquility. Emerge into a sensory symphony within the embrace of one of our 32 private villas, meticulously crafted to resonate with the rhythms of nature. We redefine the art of personalized service with Raffles Wellbeing Butler, a dedicated guide to ensure your every need is not just met, but anticipated and exceeded. Savor the culinary delights, where the taste of the archipelago comes alive. Immerse in a gastronomic journey crafted from the finest, locally sourced ingredients. Each dish is a tribute to Indonesia's diverse culinary heritage. Find tranquility in soothing spaces and visuals of relaxing treatments, or engage in various wellness activities for inner balance amid Bali's vibrancy. Within the serenity of our secluded beach area, indulge in a variety of activities or embark on a cultural immersion experience, allowing you to authentically connect with the essence of Bali. As the journey concludes, treasure the memories of refined luxury and heartfelt connections. Our commitment
is to create lasting impressions, weaving the intricate tapestry of Bali's beauty into guests' experiences. Я надеюсь, вы погрузились вот в эту гармонию, уединение с природой и почувствовали, конечно, сервис нашего отеля. Вот сейчас я буду рада ответить на вопросы. Пишите в чате. Да, вот действительно очень умиротворяюще. На самом деле отель действительно подходит вот для тех, кто хочет прям отдохнуть, как я уже говорила, от суеты, от городского какого-то стресса. Да, здесь прям идеальное место и первоклассный сервис, и сама природа, океан. Русскоговорящий персонал, как такового у нас русскоговорящего персонала нет, но вот у нас очень часто отдыхают, конечно, гости и туристы из России. Вот не было никаких проблем, что там кто-то что-то недопонял, есть тот же самый Google-переводчик, да, и в этом плане проблем никаких нету. Есть ли депозит в отеле? Ну, сейчас, насколько я знаю, нет. Вот, посмотрим, как дальше будет. Вот, но сейчас у нас нет никаких депозитов, все в этом сейчас нету. Так, может быть, еще какие-то вопросы? Вам спасибо большое за то, что присоединились сегодня, послушали. Так, спрашивали мои контакты. Сейчас я вам оставлю свою почту. Если вдруг есть какие-то вопросы, что-то уточнить, с удовольствием помогу. Так что ждем всех гостей. Если вдруг будете на Бали, обязательно заезжайте, потому что, конечно, лучше посмотреть это все собственными глазами, увидеть прекрасную территорию, пляж и, конечно, наши виллы, обслуживание. То есть это нужно все насладиться лично, чтобы, конечно, уже потом предлагать туристам. Вот, мы всегда рады гостям, вот, всегда рады агентам, вот, так что обязательно заходите, посмотрите, вот, и лично убедитесь, что все, что вы сегодня увидели на фотографиях, их видео, все это даже лучше в реальности. Вот, и, конечно, предлагайте наш отель. Сейчас, как я уже говорила, есть и спецпредложения до конца октября. Вот, и, конечно, новогодний период мы тоже ждем гостей из России. Вот, так что предлагайте обязательно наш оазис на Джамбаране. Так, ну, вопросов, как я понимаю, больше нет. Еще раз, коллеги, всем большое спасибо за то, что присоединили, за то, что послушали, за ваше время. И остаемся на связи. Всегда буду рада помочь, если какие-то вопросы возникнут у вас. Спасибо еще раз всем.